Делаю повтор записи. Телефон мой разрядился. Вот зона анимации отеля, бывшего отеля Naturaland. По этой дороге мы вот сюда пришли. Там такое болотце. Одевайте сланцы без носков, чтобы не промочить свои ножки. Здесь дорога идет в сторону Кемера, а там в сторону Текирова, Фазелис, все там. Здесь дискоклаб. Так, ну, наша цель сейчас покупаться на пляже Naturaland'а. Вперед! Приключения Лёлика и Болика продолжаются. Ну, Лёха Лёлик, я-то уж Болик. Хотя Серёжка. Да, вот мы идем по этой дорожке. Здесь бывшие бассейны. Касатка. Территория для обалденных. Вот, видите, касаточка. Различные скульптуры девушек в разных позах блаженства. Вокруг пальмы. Не поливают. В основном засушенные уже такие. Территория, пляжная территория Naturaland'а. Алёшка, идешь? Forever. Кострома, мы в этом отеле везде, ну, очень много запечатлели, где мы были. Наш город на Волге, Кострома. Ну, такие мы. Туристы. Все пишут. И мы решили. Тут спасатели, наверное, были. Пиратская будка какая-то, пиратская. Вот пляж. Никого нету. Здесь был, наверное, бар. Пуль. Где пиво. Пивасик наливали, коктейли. Вот. Кто-то что-то жарил. Чамьюва. Виды здесь красивые, обалденные. Я бы сказал, даже, наверное, как, Лёх, красивее здесь или нет? Тут вообще, я прямо... Ну, красивый район, что говорить. Обалденно. Никого жалко, нет. Что такая территория протекает. Да. Что, замернем? Сейчас будем купаться. Хотели мы здесь искупаться. В Чамьюве надо нам искупаться. Виски-то выпили. Да, виски выпили. Купотели. В Кемере купались. Будем в Чамьюве. Чамьюва купаться. Советую всем, кто находится, кто приобретает туры в Кемер. В любом районе Гейнюк, Кемер, центр Кемера, там Кириш, кто еще я знаю. Бельдиби. Ну, Чамьюва, само собой. Бельдиби, да, Бельдиби. Приезжайте сюда. Naturaland. В отель сходите. С детьми и пораньше. Что-нибудь с собой берите. Ну, смотрите, каждый свое увидит в этом месте. Фотоаппараты, видеокамеры, экшн-камеры берите с собой, снимайте, фотографируйтесь. Хоть сегодня у нас и пасмурная погода такая облачная,
Ну, что-то мы нафотографировали нормально, да? Ну, на этом мы нашу серию заканчиваем. Уже немножко в другом качестве, так как мой телефон сел. Он снимает нормально. Лёшка бы там снимает нормально. Поэтому раздеваемся и идем в Средиземное море в районе Чам-Юва. Всем спасибо, всем здоровья. Всех любим. Пока-пока. Находимся на пляже бывшего отеля Нетерленд. Нетерленд. Только что с Лёшкой искупались. Вода классная. Пляж здесь отличный. Кто побывает в этом заброшенном отеле, обязательно сходите, искупайтесь. Море отличное. Вот такие волны. Кайфовые прямо. Послушайте звук. Отдельный привет блогеру Юрию Азаровскому, который любит вот так показать шум волн из Витязева. Подпишитесь, посмотрите его ролики. Так, вот отель. Включаю зум. Видите, вот верхняя точка. Так, вот. Вот мой палец. Здесь президентский номер. Вот здесь мы сегодня были. Вроде я снимаю недалеко. А так далеко. Привет девчонкам. Не реагируют. Может, не русская спортсменка. Так, ладно. Как говорится. Ну вот, такой пляж. Примерно 6 час вечера. Вон куполка, да? Да. Всем спасибо за внимание. От Лёшки всем привет. Привет всем. Здесь есть надписи «Кострома». Вы увидите в этом заброшенном отеле. Это писали мы. Вот такие ребята. Ну, не ребята, мужички. Из города Кострома. Всем привет, всем здоровья, счастья, как обычно. Ну, наверное, Кострома рулит. Не срабатывает. Проблема выключить. Не. Вот наше видео продолжается, вроде мы и закончили. Ну вот еще один корпус, столько корпусов этого отеля. Еще один бассейн, вот так он сейчас выглядит. Болото, скажем. Тут яхточка. Вот. Блин, такой шикарный отель. Вот. Здесь, видать, то ли душевые, то ли туалет. Топчан этот лежит, пляжный, сломанный. Лёшку уговариваю вот на этом корабле, на этой яхте, сфотографироваться. Не знает, как залезть. Ой, кошмар. Вот на горе, это все этот отель. Мы думали, все обошли. Да, там еще... Сюда зашли, еще вот что-то тут увидели. Такая территория, да? Water Sport, бикини бар здесь был. Ресепшн. Птички, воробушки. Смотрите, какой корпус. Сюда можно как-нибудь пройти, посмотреть, какие номера. Некоторые заходили, ну вот на горе, который отель, там прямо кровати с матрасами ортопедическими. Пожалуйста. У нас бы бомжи там уже жили, я не знаю, стаями, цыгане какие-нибудь. Так, яхта называется
Барбаросса. Барбаросса. Сейчас постараюсь быстренько дойти, посмотреть, что здесь. Вот такой корпус. Иду. Так, иду вот сюда. Просто забегу посмотреть. Извините, такой телефон. Нету стабилизатора. Такое качество. Везде мрамор. Блин, мраморные лестницы. Мрамор. Представляете, мрамор. Вот, смотрите, номера. Вот, столик. Кровать. Ребята. Балкончик с видом. Ну, выхожу примерно по другим номерам, можно понять, что здесь есть. Какой-то грудик. Я просто вот кепку свою поднимаю, чешу репу и удивляюсь. Да. Припять, Чернобыль. А это в Турции. Я думал, наше видео закончится, но хочется снимать и снимать. Была бы у меня какая-нибудь профессиональная камера, ну, хорошая камера, я бы тут, наверное, прямо, она у меня бы трещала, прямо горячая была бы. Смотрите здесь, какие виды. Мы вот сидим на берегу моря, вот в таких креслах. Под елкой, блин. Под какой-то... Пихтой. Да, пихта вон, с орешками вот. Орехи. Шишки это, говорит. Ну, ой, шишки, да, шишки это шишки. Вот. В таких креслах. Вот такой у нас вид моря. Бухта. Закат такой обалдительный. Прямо вот. Не описать краски какие сейчас вот. Видеокамера, я вот смотрю вот монитор видеокамеры, ну не видеокамера, а телефона, не те краски, конечно, но вот очень красиво. Лёшка, он хочет релаксировать, спать, наверное. Заснули бы, да, здесь? Стаканчик бы виски, и вы здесь бы, наверное, так вот часика два здорового сна было бы обеспечено. Да, вот сейчас встречаем, с кем мы тут разговаривали, до сих пор тоже люди гуляют, ходят, не могут уйти с этого места. Это из Самары, да? Да, из Самары, там две женщины. И, в принципе, неохота уходить. Неохота, да, время уезжать. 10. Да, время без 6, мы здесь уже, наверное, часа 3, да? Ну, где-то около того. Обалденное место, Natureland. Бывший. Виды шикарные. Виды шикарные. Вот сейчас еще раз я вам еще раз покажу море. Для вас, для нас, для самих себя, чтобы потом посмотрели. Где мы сидим. Территорию снимать не хочу. Всего тут. Чего только нету. Какие-то вот спруты.
такой горшок с джином. Хаттабыч, выходи! Не вышел, гад. Планета Земля. Красивое место в красивом районе. Турция, Чамьюва, Нетерленд. Приезжайте. Да, все, мы возвращаемся. На этом наш фильм с видом на гору Тахталы завершаем. Едем домой, в наш отель. Спасибо всем за внимание. Наши серии не кончились. Приключения продолжаются. И решил опять поснимать. Вот идем по такой дороге. Вот такие деревья. Обалденно, красиво. Природа очень охренительная. Идем. Скутер стоит. Идем на остановку. Попробуем автобуса. Кемер едем. Ну вот это соседний отель. Рядом с Нетерлендом, вот такая территория соседнего отеля, очень красиво там. Обалденно, что за отель, интересно. Может это вот этот, Лех? Что? Ну клуб-то, я тебе говорил-то этот, как называется-то? Да. Может это их территория? Что-то похожие домики-то ихные. Дождик начинается, кстати. Охренительно, красота! Охота вот так двигаться, зажигать. Обалденно, супер все. Приезжайте сюда, вот энергия вот. Ребята, охота зажигать. Сережка довольный, бегает, вау, счастливый. Красавчик, во! Молодца. Сергей, мы выходим на дорогу. Комментатор основной сделал аппарат свои руки. Что за отель, меня интересует. Красивая такая вообще территория, обалденная. Прямо с этим Нетерлендом, да. Рядом с Нетерлендом. Сейчас выйдем на дорогу. Вот, смотри, поснимаю вот это. Ну да, вот, вот. Вот Нетерленд. Вот мост, где мы ходили. Заброшенный автобус. Заброшенный автобус. Небольшой дождичек идет. Но все равно тепло. Хорошо. Я пешочком до следующей остановочки, может, дойдем, Леш? А? Пешочком? Пойдем. Снимаешь? На остановку. У тебя остановка там ближняя была, решили вот еще маленько пройтись и немножко со стороны вот запечатлеть со стороны вот этот отель. В этих горах прямо, который заряжается 19%. Вот он находится прямо в этой, на этой горе, вся гора этого отеля бывшего Нетерленда. Вот на таких можно поездить электроскутерах. Ходили туда? Да, мы специально сюда приехали, да, с Кемера. Мы с Кемера. Да. А, ну, раньше было, сейчас темно уже будет. Так, так мы все уже, идем домой, да, на остановку. Часа 4 здесь надо. Так, да, мы сейчас искупались на территории этого. Понравилось? Вообще, вообще отлично. Это не умеренно. А какая так, отель, наверное, называется Марко Поло, вот какая-то вывеска.
А не подскажете, вот этот как отель называется? Марко Поло это? Угу, спасибо. Так, где Леха? Вот. Спроси, сколько до Кемера там? Сколько до Кемера? 10 баксов. 10 баксов. 10.